Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Перуна в день. Так, что нам там вообще надо было? А, идти сражаться с кем-то. Ну пошли. А у нас там новый чувак появился, правильно? Или это Елисей? А, это Елисей. Сходи. А, подожди. Не-не-не, Денис должен... Подожди, что ты предлагал? А, путники мои дорогие, как дела ваши? У меня к вам есть предложение. Не хотите сходить со мной на охоту из опасного, на опасного зверя? Повеселиться, отдохнем на славу. Да, я понял. Нужен огнестрел для Дениса. Допустим. Тогда давай купим здесь нормальное оружие. Так, купить оружие. Вот-вот воинский меч у нас есть, правильно? Плюс 4, плюс 3. Подожди, а у тебя сейчас что? Давай глянем. Экипировка, Денис. Что у тебя сейчас? А, лопата? Смешно. Ладно, давай купим. Ну, хотя бы так пускай будет, а то слабовато. Давай воинский меч. А там монеты еще насобираем. Конечно, один. Так, теперь. Так, экипировка, Дениска. Давай-ка тебе... Кувалда, правильно? Не, не кувалда. Воинский меч, во. Угу. Сойдет, теперь идем. Кстати, кто у нас там? Яна. Вот у Яны слабая атака, оказывается, потому что она волшебница, и нам постоянно нужно ману использовать, чтобы она нормальные удары делала. Это обидно, потому что ману пока мы восстановить не можем. Здоровье, да, а вот ману нет. Так, этому чуваку помогли. Здесь мы отдыхали. Кстати, вот тут что? Это фарфоровые куколки, видимо. Понятно, тут пусто, ничего нет. Ладно, раз нет, так нет. Давай дальше посмотрим, что у нас. Так, здесь спуститься вниз мы спускались. Да-да-да, тут же мы были, да? Когда с Елисеем проснулись. Ой, чуть не то вообще сказал. Так, ты, чувак, ты чё? Братцы, спасайте, беда приключилась. Какая? Одна из моих свиней, это не свинья. В нее селился черт, и я теперь не знаю, что делать. А вот мой хлев справа, подойдите, посмотрите, а я тут постою. Что-то мне кажется, это какая-то ловушка. Так, и какой именно? Кто из вас черт? М? Ты мистер Хрюшка. Вы получили сырое мясо. Это не демон, мы убили свинью. Упс. А как мы убили Хрю? Напасть? Не. А как мы поймем? Нет. Ты меня что игнорируешь? Абада Кедабра, я не знаю, как выявлять, в какой свинье. Ну, можно в целом всех перебить, правильно? То подожди, задрал. Ну, давай, допустим, вот ты. Куда? Нет, подожди, задрал, вот ты. Ну, а что поделать? Спать? Ну, давай поспим, почему нет? Ага, поспать тогда мана восстановится, хорошо. Так, подожди-ка. Вода, ничего. А как мы должны отличить, из чего ты взял? Ну, слушай, мы тебе две свиньи убили, надо... А которая свинья, черт? А, вы спросите, черт ответит вам, а настоящие свиньи промолчат. Чувак с ума сошел, да? Хрю? Нет, не Хрю. Может, ты Хрю? Так задолбал, подожди. Нет. Еще лови, стой ты. Зараза какая. Чего он взял, что тут вообще демон? Мы какую-то конкретную должны все-таки поймать? Или как? Так, короче, все. Иди в задницу. Может, когда-нибудь вернемся к этому заданию. Задрал, фигня какая-то. Здесь у нас что? Дверь закрыта. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Тут тропинка в никуда идет. О! Так, Перун. Перун нам нужен, правильно? Желаете выбрать, да? Выберите бога, Перун. Естественно, мы раз его начали... Да-да-да. Выбирайте, то пусть он у нас и будет. Так. С этой стороны у нас что? О, вот, походу, эта трава, которая нужна нам. Это водяной? Мавка. Ну, ладно. Вороже, так, молния, небесный блеск, да давай молнию. Не, подожди, мы, по-моему, что-то не то. Ворожба, а, у нее несколько видов, я так понимаю, стало. Так, ну давай, хорошо, 26 урона, 34 и минус 25, ну слабовато, конечно.
Да ты чё издеваешься? Мы ж только собрали это все. Да, да, естественно. И нам теперь ману восстанавливать надо, идти спать. Все, хорошо, мы ее победили. Мавкин цвет. Вот, Мавкин цвет, возможно. Прямо из воды вылезла. Ой. Ребятки, вы бы в воду не лезли, а? Опасно бывает в пруду. Да, я и не лез. Так, тут что? Какой-то чувак странный. Кажется, забыл закрыть дверь. О, кстати. Зря ты забыл закрыть дверь, мы тебя обнесли. Понял, сам виноват. Так, здесь у нас что? Тут мы, скорее всего, тоже не были, правильно? Дверь закрыта. Ну ладно. Так, куда нам тут идти, кстати? Ну, с свиньями я не знаю, мы пока не умеем на свинячем говорить, правильно? На демонском, точнее. На свинья... Ладно, допустим, хорошо, давай-ка сначала спустимся и отдадим цветок, это же он, надеюсь. Так, давай, чертила, давай. Нам монетки все равно нужны, правильно? А еще нужно будет поспать, чтобы восстановиться. Угу. Нечестивый рок, и что еще было найдено? Экипировка, щит нет, голова нет, аксессуар. Ну, нечестивые рога сколько можно? Оружия нет, а что тогда? Обувь. Тю, мы что-то нашли, но что-то бесполезное. Ладно, надо вниз спуститься, ей цветок надо. Я надеюсь, что этот Мавкин цвет это оно. Потому что если нет, то это... А, вот, подожди, что-то еще блестит. Поболтать с друзьями? Не, какой с друзьями поболтать, подожди. Вы нашли траву, которую я искала? Ну, Мавкин цвет, я надеюсь, это оно. Нет, это не то. Она еще свежая такая. Что значит свежая? Ну вот, достаточно свежая, сырое прям мясо. Не такая. А что, уверена, что это не такой цветок, который надо. Ладно, я пока не знаю, что за цветок ей нужен. Давай поспим, пока восстановимся. Здоровье мана восстановлено, да-да-да-да-да. И пошли искать вообще, что нам надо. Нам еще огнестрельное оружие. Слушай, тут очень много побочных миссий. Пока ничего не понятно, что как делать. Так, в любом случае, он нам говорил письмо отнести, правильно? Вот это вот сюжетное. И надо север и запад, восток, по-моему, идти, правильно? Давай посмотрим. Так, восток это справа, правильно? А ну. Во, правильно. Если у нас была трава и сразу же начались земли, то значит мы туда пошли. Не, подожди-ка. А здесь что? Стойте. Раз уж я могу колдовать, то и вы, наверное, тоже. Возьмите мой посох, Карина, и попробуй что-нибудь наколдовать. Карина помахала посохом, но ничего не произошло. Ладно, значит ты не можешь пока. А ты, Денис? Сейчас попробуем. Опа! Ух ты! Выходит, что ты водный маг, а я громовой маг. А, ну а чё бы и нет. Денис теперь может колдовать. Денис освоил навык водиться, Денис освоил навык фича. Рина, не грусти, думаю, у тебя потом получится. Да я и не расстраивалась. Наоборот, я рада, что вы можете колдовать, это круто. Да я расстроилась, я бы тоже хотел колдовать. Опа, стойте, нет, и тогда назад. Здесь все такое красное. Я думаю, это дикая пшеница, читал про такую. Читал. Ты же говорил, что у тебя нет времени читать. Ну, на Ютубе видел. Какая разница? Так, давай-ка... Кстати. Угу-гу. Ладно, неизвестной щели не стоит. Угукать? Мало ли что-то. Кстати, подожди, а как тут? Не понял. Так мы ж поэтому можем лазить, но нет. Так вот, как я и говорил, в деревне неподалеку можно много всякого стащить. Как богатыри оттуда уйдут, тут же нападем. Ребят, пойдемте отсюда, бандиты какие-то. Ты им решила это сказать, серьезно? Действительно, как они нас поймали, правильно? Так, и тут нужно что-то такое. Урон по всем врагам, давай. И атака от Дениска. А, они такие слабые, блин. А зря я тогда потратил. А, еще и 40 здоровья, серьезно, так мало. Да просто добейте ее и все. Ну и ну, кажется, мы спасли деревню. Простите, это я нас выдала. Погнали, хоть сокровища соберем. Так, хорошо, нож какой-то, отлично. Травяной суп, не-не-не, подожди, что за нож?
И кому из вас лучше дать? Так, не понял. Щит не то, голова не то, тело не то. А чё за нож? А, у нас же на каждого, да-да-да, персонажа свое оружие. Так, неужели на тебе? Во, это больше урона. Атака 5, магическая атака. Так, подожди, у нас магическая атака побольше, нет. Складной ножик нет. Надо что-то, чтобы давало больше 13 нам. Это пока не дают. Ладно, кстати, экипировка. Может, у тебя есть щит? Нет, голова нет, тело нет. Да подожди, аксессуар нет, обувь тоже нет. Кстати, у нее откуда-то кеды. Ладно, тогда пошли вот так, залезем наверх. Да подожди, нельзя. По сушеным, что ли, только листьям можно залазить. Так, давай назад вернемся. Восстановим все, здоровье, хп, сохранимся. И вот после этого... Ва, подожди. После этого уже можно будет хоть что-нибудь сделать. Так, тут никого, я так понимаю, чтобы мы могли поспать, да? Желаете ли спать? Да, я так понимаю, здесь они в одной комнате спят и в одной кровати даже не стесняются ничего. Угу. Ничего мы грабить, конечно же, не будем, потому что, скорее всего, нечего. Так, теперь пошли дальше, по пути нам надо, да? У нас там красная пшеница, что-то такое. Так, сохранение. Хорошо, и погнали. Так, 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 так. Это, я так понимаю, да, пшеница, чтобы мы пройти никуда не могли. А, дверь закрыта, ну да ладно. Так, вниз мы можем пройти? Нет, тоже не можем. Ну, давай. Я черт просто... Ух ты! Что за салам... А, саламандра. Как знал. Давай так. И атаку. А! Настолько слабые. Кровь саламандры, ладно. Но предметы нам зачем? Мы крафтить из них что-то можем или что? Так, сундуком. Березовый посох. Опа, 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 это тебе. Что там, березовый посох? У тебя он сейчас, что ли? Посох Ричарда и березовый посох. То есть абсолютно одно и то же. Замечательно. А если тебе? Подожди, березовый посох. Так, урон будет... А, ну смотри. Ну, у нас что так, 11, поэтому не надо. Тем более мана у нас прям... Прям восстанавливать ману надо, понимаешь? Она не сама со временем восстанавливается. То есть использовать магические какие-нибудь приблуды — это худший вариант. Вода байкальская, давай. А как байкальская вода? Может быть, в Москве. Ладно, допустим. Так, давай. Молния и просто атака. Сейчас тоже должны разнести. Ох, мимо. Вот это ты, конечно, подвел меня, Дениска. Вот это подвел. Сильно, мощно, нет? Мимо 9. Та! Слышишь, ты уже нанес один удар. Ты почему второй наносишь? Кровь саламандры, хорошо, давай следующий. Тут очень много врагов, но они все слабы. О, вот это неожиданно, подожди. Ворожа, молния, давай так. И атака. Не надо мимо, ты чё? Да блин. Так, ну здоровье мы хотя бы можем пополнять в колодце, правильно? Это хорошо, тогда давай так. Дай просто атаки, здесь тратить ману нет смысла, потому что, ну, куда? Для чего тут? А, вот зачем. Надо сосредоточиться, иначе мы не победим. Карина сконцентрировалась на... Да, хорошо. Так, ладно, не, ворожу все равно не хочу использовать, да, мы все равно выиграем. Чешуя ящера, чешуя ящера. Так, я не привык, что против обычных, после обычных врагов нам что-то еще дают. Так что давай проверим, что нам дали еще. Потому что там что-то дали. Так, 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 экипировка у тебя. Щит, ничего. Понятно. Так, с этой стороны, с этой стороны. А, ну давай опять. Уж какие-то лабиринты. Давай так. Ворожа, давай молнией по тебе. И ты атакуй первого. Угу. Вот как знал, что вот так выйдет. Угу. Кровь саламандры, фигня. Так, здесь жар цвет. Может, жар цвет? Блин, ну сколько цветов мы уже поприносили ей? Запарило. Так, ну это тоже фигня. Хотя нет. Лучше давай используем молнию и атаку. Потому что... Ага, ну с этим... Этого, допустим, победили. А вот этот вредный будет, да? Ага, и давай... Так, ты... Она... Он ее напоил, что ли?
Так, чешуя ящер. Нет, не пишет. Еще раз. Что это было? Так, настойка не то. Это, я так понимаю, сейчас будет какой-то босс, правильно? Раз мы со столькими врагами можем спокойно сражаться и собирать лут. Меч влаги, опа. А вот меч влаги, это ему 100%. Так, ну урон 8 будет. Но это мало. Это очень мало. Так, здесь, ну опять... А, два уже колдуна. Ну это плохо. Вороже молния, давай так. И атака. Чуть-чуть не хватило. Так, теперь нам надо восстановиться, правильно? Но до кровати опять идти слишком далеко. Каждый раз бегать, это, конечно, такое себе. Хорошо, отлично. Посох ящеров. Вот. Экипировка. Посох ящеров. Да, я видел. Так, это 9 урона. Нет, нам надо больше, чем 13, чтобы было. Понятно, все слабое, слабое, слабое. Не, подожди, это все фигня, это нам не надо. Не-не-не-не-не, сейчас возвращаемся. И нам нужно восстановиться, понимаешь? Что, что сейчас есть, это никуда не годится. Нас разнесут сейчас. Тем более, я так понимаю, мы против босса будем сражаться, кстати. Это что за кружка? Типа попить можете и все, только для этого. Я понимаю, что скорее всего нас этот не в Зевса, кто там? Как же его там звали? Перун, во. Нам восстановит здоровье? Я думаю, что да, но... А до этого мы что должны делать? Не-не-не. Вот каждый раз бегать вот так, это слишком долго. Ладно, если бы тут еще ресурсы можно было по дороге собирать, было бы прикольно. Так, ладно, давай восстановим здоровье, ману, все это восстановим. Но каждый раз так бегать, это ты что? Я запарюсь. Так, допустим, сейчас сохраняемся. Угу. Не то, не то, не то, сохранение. Хорошо, возвращаемся. Я просто думаю, а какой босс может быть? Сильно он нас будет разносить или нет? Потому что предыдущие как будто бы справлялись, но не всегда. Иногда мы боссов легко проскакиваем, а иногда на обычных злодеях застре... Да ты чё, издеваешься? А ты почему тут вообще появился? Может, тебя уже разнесли? А, вот так, да? Так, только не надо бить. Блин, 35, но это много. Хотя, это чисто здоровье нанес, правильно? Мы еще в колодце восстановим и все. Здоровье-то мы в колодце можем восстанавливать, а вот ману мы уже никак не восстановим. Поэтому с маной надо быть поаккуратней. Вот и здоровье. Так, теперь у нас вверху еще был, да, враг? А там, когда мы шли вниз и в правую сторону, там была проблемка. Какая? Мы можем на следующую локацию перейти. Я не знаю, стоит ли сейчас переходить на нее или нет. Вот, вот здесь вот можем явно перейти. О, подожди, давай я сначала сундук. Тяжелые латы. О, это достижение какое-то было. Квесты. Вторичный вы... О, слушай, да это вообще отлично. Оперех друж... Ой, вот это вот здорово, что нам пишут, какие есть квесты. 1-4 из 37. А, это всего, да? Достижение, во. А, тут еще и прочитать можно, что сделать, отлично. Так, экипировка, давай. Голова не то, щит не то. Подожди, а это, наверное, одежду, да? Экипировка. Давай. Тело. Во, тяжелые латы. Скорость до нуля падает. А в чем смысл их брони вообще? А, защита 8. Но это вообще мало, подожди. Ну это... Нет, это слабо, ты чего? Это слишком... Да вы чё? Давай так, ладно. Здесь ворожа. Ну 100 по троим сразу, но это дороговато. Эффективно против эмоциональных врагов нет. Снижает магическую защиту, понятно. Ну латы... Того не стоит. Брони слишком мало дают и очень сильно замедляют нас. Ну нафиг оно нам надо. Так, давай атакуй. Сваншотил? Да, блин. Так, я надеялся, хотя бы сваншотит. Молния давай по нему и атака вот по нему. Ага, ну отлично, по двоим, значит, сразу. Ой, запарил ты, конечно, по ней бить. Угу. Чешуя, чешуя, чешуя. Три чешуи.
Я даже не успел ничего сделать, ладно. Давай так, вороже, так, и атака. Хорошо, и давай... Вот это он много есть, здоровья уже нанес. Подожди, урона нанес, это плохо. Фух, не промазал, отлично. Чешуя, чешуя, понятно. Нам нужна еще водичка колодезная. Так, и сверху мы можем, смотри, пройти и справа, и сверху. Давай сначала у таких вот обычных врагов победим. Мы-то знаем, что они слабые, правильно? Это они этого не знают, поэтому лезут к нам. Но каждый раз вот так бегать, здоровье пополнять тоже такое себе. Прикинь, если я в какой-то момент начну узнавать о море. Именно по локации. Кстати, вот это вот знаешь, что, на что похоже? На лунный мир. Правильно? У нас лунный мир примерно такой же. Надо было по кругу все обходить. Длинные дорожки. Так, ну давай, давай. Не успел. Так, жар цвет, это не то, что нам надо. Это фигня. Давай так. Ворожа, молния. И атака. Наверное, стоит сначала самых сильных атаковать. Например, вот этого вот огненного ящера, правильно? Так, давай так. Ворожа, так. И атаку. Угу. Так, ну это легко было тоже. Кровь саламандры, ящерицы. Чешуя, чешуя. Да чё у вас так много? А сзади он откуда взялся? Давай, там хотя бы слева сундук. Угу. Так, давай вот поэтому. Почему? Потому что саламандра делает двойной удар. Опа, вот это было неприятно. Потому что она огнем бьет и потом еще подгорает немного. Это плохо. Ой, еще и сваншотила, отлично. Ай, можно назад, во. Мне нравится, что тут именно атаку можно отменить свою. Вот это, я не знаю, во море можно было или нет, я не помню. По-моему, нет. И вот этого вот сильно не хватало. Победа, чешуя, крыса. Опять фигню какую-то дали. Так, тут у нас что? Хмель, класс. Это чтоб пивас сварить. Ой, ну это вообще легко. Да даже не знаю, есть ли смысл использовать. Нет, не буду. У нас атака очень мало. Правильно. Угу. Сейчас надо опять будет сбегать, поспать. Но каждый раз бегать, это, конечно, перебор. Я надеюсь, здесь сейчас вверху или внизу будет еще дом, где можно поспать. Так, там враг стоит, и он прям на лестнице. Возможно, это и есть босс. Так, вот здесь с правой стороны у нас. Правильно был еще проход. А вот это, возможно, уже и... Вот это, возможно, битва с боссом. Фиг его знает. Так, ну в любом случае теперь надо возвращаться. Я знаю, что... Подожди, а маны у нас... Ну маны уже, видишь, мало. Это в любом случае придется сейчас поспать. Каждый раз бегать неудобно. Вот можно было бы сделать карту и через карту телепортироваться. Это было бы отлично, но нельзя. Во море так нельзя было. А как так делают на движке другой игры? Это из игры как-то достают или в общем доступе или что? Угу. Так, давай, так. Просто, ну, движок это же довольно-таки индивидуальная вещь. Кроме Unreal, вроде еще пару общедоступных. Неужели Замори тоже в общем доступе? И почему они в общий доступ вообще выкладывают? Это же кто-то разрабатывал, правильно? Почему он вот так вот просто в открытую оставляет? Хотя, может, можно купить движок для какой-то конкретной игры, и ты пишешь, какой именно, и разработчик дает разрешение именно под эту игру. Я не знаю. Но с другой стороны, так мог кто-то один купить и просто слить, правильно, сеть. А, и вот как раз таки, чтобы контролировать такое, вот и могли сделать... Ой, мы туда пошли? Да, туда. Сделать конкретную игру, название, когда разработчику пишешь этого движка, типа, я делаю такую-то игру. И он себе в список вносит, и когда видит на его движке другую какую-то игру, то он, мол, ее удаляет, блокирует, я не знаю, в суд подают, что там делают. О, видел, заспавнились враги. То есть, если несколько раз прохожу через проходы, то они заново появляются. Сейчас прямо на наших глазах они обновились. Давай. Так, ну это не... О, хотя какой-то новый огненный, смотри. Красных гор. Он сильно мощный. А, он супер быстрый. Он первый атакует.
Он щит себе сделал, подожди. А это нечестно. А, все, мы первого его уничтожили, потому что если он каждый раз будет щит делать, то это вообще беда. Так, хорошо, это было тоже несложно. Так, чешуя ящера, хорошо. Хорошо было бы за огненного ящера и огненную чешую давать. Красногорский. Да, мы уже много разных цветков собрали. Угу. Только она все время не то, не то. Так, подожди, а как... А, вверху вот так пройти, все, вижу. Мы после того, как... Алло. После того, как собрали цветок, можем пройти. Так, сначала выносим этого. Потому что он дает щит, и это очень плохо. Ну, смотри. Он опять же первый атакует, и первый ставит щит. Это нечестно. И получается, следующие наши атаки просто в пустоту. Если мы еще могли у героев главных ставить, кто первый ударит. Например, чтобы она молнией била первой. Потому что, судя по всему, это либо молния уничтожает щит, либо что. Угу. Либо три удара по нему надо. Но если три удара, то это вообще нахрёшь, ты что? Только не по Карине. Спасибо. Да блин, чуть троих сразу атакуют. Так, так, отлично. Победа, чешуя, кровь саламандры, хорошо. Надеюсь, что-то нормальное. А ну. Медовуху, да? Она нам пока не нужна. Нам бы снаряжение какое-то хорошее. Это опять каждый раз вот так вот бегать, да? Ну, я задолбался. Давайте уже нам колодец еще один. Русы, даю вам добро. Вот это, конечно, повезло сейчас. Вот это повезло. Но неужели это не босс, а почему так рано дал? Ладно, допустим. Я же говорил, что он нам что-то даст, но я думал перед боссом. Потому что ну сейчас странно было давать. Но в любом случае, нам теперь не надо хотя бы слишком далеко убегать, правильно, назад. Это уже хорошо, потому что каждый раз бегает, это напрягает. Саламандры, допустим. Ага, добываем. Железо. Так, железо, допустим, еще железо. Не, подожди. А что за лесенка такая интересная? А, не, вот это внизу как будто бы... Вот внизу как будто бы босс. Вороже, давай, молния. И вот сейчас, наверное, мы на вот этих вот все сольем, и на босса у нас ничего не останется. Хотя у нас у Карины очень мало здоровья. Перед тем, как биться на мостике, в любом случае придется сбегать, восстановить. А если в этом смысл, я вот думаю. Потому что если мы прибежим, нам, скорее всего, по дороге опять враги попадутся, правильно? Нет, ну, ты щит, что ли, использовал? Пока нет. Как мимо? Ну, ты почему промахиваешься вообще? Давайте, класс. Я отомщу. Денис в ярости. Это плохо. Значит, мы не можем контролировать его атаку. А, это ты атаковала. У тебя обычная атака слабая. Да, как так мимо? Так, хорошо. Победа, чешуя, кровь, сломан. Не, ну сейчас-то точно придется бежать, восстанавливаться. Ты что? Так... О, вот это удачно. Вот это удачно. Хорошо, не так далеко это идти, но все равно здоровье там нам надо. Здоровье восстановили, но мана, смотри. Почти на нуле, ну ладно, на босса, я надеюсь, хватит. Так, опять. Угу. Вот и вы. На этот раз у меня есть, товарищ. Да он у тебя и в прошлый раз был. Главное его сначала уничтожить, потому что ты видел, что он делает. Угу. Щит включать. Возможно, это только в первый и последний раз он включает. Типа один раз и все, больше не может. Но я не хочу проверять. Угу. Так. Ворожба, так. И мы ее никак добить не можем. Вот это удручает, что она каждый раз задалбливает. Хе, а вот она помер. Как жаль. Ой, да мы ее хорошо уже разносим. Ты че? В какой-то момент мы ее убьем. Скорее всего, когда у нас будет уже столько мощи, что мы сможем ее уничтожить с одного удара. Да нет, вот опять уничтожили. Она не сбежала. Дурман траву. Вот еще одна какая-то трава у нас есть. Какую ей конкретно надо? Запарила, слушай. Трава, 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 трава. Не может название сказать, какое надо. Так, давай, вооружие, молния, естественно, я так обычная. А видал, я уже как бы по-быстрому тац-тац. Опять ты со своим щитом, а?
Угу. По факту мы ничего не можем сделать, пока включен щит. Так, нам нужна снова кровать, чтобы восстановить ману. Без маны мы ничего не сделаем. Угу. Чешуя, это, конечно, здорово. Здоровье, кстати, покоц... Никому ни разу не успели ударить. Подожди, ты... Во, вот здесь, пожалуйста, ну поспать. Дверь закрыта, ну как так? Может, ее как-то взломать можно? Вон, внизу, внизу можно. Их грозило не убивать людей здесь, это территория моя. Но, сир, неужели вы позволите им селиться настолько близко к нашим границам? Пускай селятся. Люди, не... люди необходимы нам. Только как рабы. А скажи мне, откуда у империи деньги и еда для населения? У людей забираем. Да, а у людей деньги откуда? Ну, какая разница? Если не станет людей, то кто будет работать? Кто будет зарабатывать деньги? Ящеры не умеют обрабатывать поля. А к чему ты это говоришь? К тому, что тебе пора убираться с моей земли. Шшш, ладушки. Класс, тут королева какая-то, ящера, прикольно. И кто же такие? Рукас, но это скорее всего он. Адекватный король, кстати. Ах, черт, он нас заметил. Он или она, подожди. Готовимся к бою. Спокойно, я не собираюсь вас убивать. Лучше поведайте мне, кто вы такие. Мы несем письмо князю, купцы. Письмо. Мы несем посылки разные для людей. Яна? Карина, нельзя доверять первому встречному ящеру. Посылки? Какие такие посылки? Ключ. Никакие. Думаю, мне стоит представиться. Меня зовут князь Рукас. Это мои земли. Город Красногорск. Красногорск? Серьезно? Ранее это было частью Калинового княжества. Империя ящеров доверила мне освобождение от княжества власти, что я успешно выполнил. Империя ящеров. Вы прошли долгий путь. Должен признать, гостей у нас со стороны людей почти не бывает. Я впечатлен, что вы решили прийти сюда. Да и вид у вас явно не крестьянский. Почему бы вам не обсудить ваше прибытие за достойным обедом? Ну, ребят, мы соглашаемся. По-моему, это плохая идея. Довериться ящеру. Вы серьезно? У нас вообще-то миссия есть. Не беспокойтесь, я вас не тороплю. Приходите в мои роскошные хоромы в Красногорске, как вам будет удобно. Как скромно. До встречи, я буду ждать. Так, на... Ладно, все чисто, он ушел. Мы не будем идти к нему, да? Я бы зашел, вдруг он знает, как нам добраться до Гуслиграда. В конце концов, он тоже князь. А вообще-то, если ты забыл, мы уже избили очень много ящеров. Думаю, если он об этом узнает... Ну, ему не обязательно об этом знать. Давайте доберемся до Красногорска, и там уже мы решим. Так мы уже в Красногорске, чё ты тупишь? Так, отлично, тут мы можем поспать и все восстановить, конечно. Ой, сундук я видел. А, никаких классных вещей мы не получали, правильно? Нож, сырая земля, ух ты. А ну-ка, это скорее всего тебе надо, да? Меч влаги нет. Меч, сырая земля. Подожди, а у кого... Подожди, ей что ли? Так, нож... Нет, надо больше, чем... Надо больше, чем 13 урона. Так, пошли дальше. Что-то пока годного ничего не дают. Дашь пройти нам? А я всегда болел за ящеров. Все лучше, чем этот князь-дурак. Что было у нас раньше? Но пройти ты, я так понимаю, не дашь нам. Так, это что, таверна какая-то? Да, таверна, кстати, она тоже травы продает. Мне бы знать, какую именно. Добро пожаловать, подходим, не стесняемся, да травы покупаем. Самая дорогая история, что ли? Хотя у нас есть, смотри, что, у нас есть квесты, правильно? Вторичные, дело не в железе. У Петровича в кузнице появилась проблема, награда одна кувалда. Так мы сделали это вроде. Наверное, белое это то, что сделали, а вот это, что не сделали серым. Награда настойка ведуна. Наверное, ведун нам нужен, правильно? Понятно. Ведун у вас есть? Ведун. Да вроде нет. Ладно, ты что скажешь?
Друзья, мне нужна ваша помощь. Я занимаюсь разработкой нового лекарства. И для этого мне нужны образцы. Не могли бы вы найти в Красногорске один дом боярский, где живет больной барин, а потом принести мне образец воды из его кружки? Ладно, давай. Рада слышать. Боярин живет в доме, стоящем в правой части боярского района. Ладно, сделаем. Продать? Но пока ничего продавать не будем, потому что купить мы пока ничего не можем. Когда найдем какое-нибудь крутое оружие, тогда сделаем. О, не-не-не-не-не, назад-назад. Назад-назад, пока... Нет, пока мы туда не пойдем, рановато. Кстати, мы еще назад надо... Придется сейчас вернуться, мы еще не все сделали, правильно? Так, колонна. Ящерский идол. Все союзники потеряли 30 здоровья. Любопытство. Согласен. Сам виноват. Эти ящеры захватили нас не так давно, а уже называют свои, навязывают свои порядки. Класс. Зря. Угу. Вот это, конечно, подстава была. Ладно. А прикинь, если бы мы все умерли, что бы тогда было? Мы бы все умерли, получается. Да ну нафиг. Не буду я больше столб ящеров трогать. Фу, как это пошло звучит. Так, мы оттуда пришли справа, правильно? А? Чё? Вот так даже? Я случайно сюда под... Нет, блин. Вообще-то вам сказали, что вам нельзя здесь с нами сражаться. Чё вы сражаетесь? Какие глупые ящеры, а? Вам король сказал или император или кто-то там? По-моему, император, да? Стоп, а почему у них все еще щит? Если мы уничтожили его. А, он исчезает спустя время. Понял. 52. Ай, зря ты по нему же ударила. Хотя какая разница, что так мы их уничтожим. Угу. Так, отлично. Победа, чешуя, кровь слон. Так, нам нужен какой-то... Шикарный меч. Крестьянскую рубаху, да? У нас уже есть. Кстати, она, по-моему, чуть-чуть лучше, чем основная одежда, правильно? Настойка папоротника, хорошо. Так, экипировка. Давай крестьянскую одежду. А, у нее уже есть. Тогда вот тебе. Крестьянская рубаха. Подожди, у вас у всех, что ли? Кроме у тебя? Кроме тебя? Тяжелые латы нет, крестьянская рубаха, ладно. Что-то нам надо было. Кстати, вот, точно. Не-не-не-не-не, квесты, навыки. А, мы навыки тоже прокачивать можем? Нет, не можем, да? Это просто список. Ладно, я думал, навыки еще можем прокачивать, это было бы прикольно. Потому что у нее 15 маны слишком много. За ее слабенький удар. Ну, относительно слабенький. Красногорский цветок. Отпить водицы. Мана восстанавливает. О! Вот здесь мана восстанавливает. Вот это хорошо, слушай. Это хорошо. Здоровье и ману мы нашли, где восстанавливать. Так, вверх нам пока не надо, это надо в правую часть карты идти, правильно? Мы там еще не все собрали. Подожди, мы не отсюда, мы явно не отсюда. Хотя тут открыто, подожди, мы... А, мы отсюда пришли. Не туда. Так, давай вернемся назад, мы там еще не все открыли. В таких тонких проходах, когда будут возрождаться враги, это будет плохо. Мы их не сможем обойти. Так, и давай здесь посмотрим. Кстати, вверху. А вверху мы там сражались, я даже помню. Подожди, а там есть? Ага, на стенку сможем залезть? Не, здесь никак наверх не сможем залезть. Ладно, тогда пошли с другой стороны обойдем. Потому что, как ты помнишь, мы тут не все смотрели. Вот здесь, с правой стороны, там получается какой-то то ли дворец, то ли что. И там мы ничего не могли сделать. Ну, точнее, не делали. Это заколдованное подземелье. Как не придешь сюда, то новые враги тут появляются. Даруды, даларцы, а в них сокровища. Сложность одна звезда. Да давай! Одна звезда — это фигня. Это каждый раз, типа, сюда заходишь для фарма. Ой, ну 9 — это вообще фигня урона. Угу. И теперь просто по чертенку бьем и все. Кстати, у нас здоровья мало, что-то зря мы сначала сюда пойдем. Чешуя ящера. Что-то мы не особо-то что-то прикольного собрали. Не, подожди, не-не-не. Вы на таком расстоянии за нами бежите, вы чё? А чё они так далеко нас видят? И так долго нас преследуют вообще? Так, хорошо, добили.
так еще. Ну, это обычная атака. Раз, два, три, все. Победа, чешуя ящера, допустим. Так, сундуки. Угу. Так, ну сложность самая маленькая, значит, соответственно. Угу. Награды будут тоже такие себе, правильно? Нет, отстань. А, мы залезть туда не можем. Ну давай, ладно. Давай. Блин. Подожди, нам сначала его надо вынести, правильно? Смысл, что мы потому будем бить, если щит... Хотя, может, это любой щит можно атаковать? И он все равно снимается? Да, это любой щит можно снимать. Ай, ай, куда два раза? Так, хорошо, и теперь этого должны сразу... Да, опа, сразу не добьем. Промазал этого неожиданно. Ой, это вообще слабо. Слышь, ты два раза бьешь, это нечестно. Так, победа, пять... Понятно, 5 маловато. А это сколько мы сможем за один раз, получается, пройти, да? Чем больше раз проходим, тем больше наград получаем. Кирка сломалась, она может сломаться. А это плохо. Если кирка может сломаться, это очень плохо. Угу. Блин, здоровья у нас уже очень мало, а эти, походу, сильные. Ну все, сейчас придется выйти из пещеры. Тогда пойдем обратно в этот наш домик и сохранимся. Зря я, наверное, обычную атаку использую. А, она все равно промазала. Талант, с одним справимся, ну втроем. А, она все равно не бьет, все. Яна у нас не бьет, потому... Или бьет, хрен поймешь. То она пропускает ходы, то нет. Так, у нас еще есть тут... Железо, а вот эти вот сферы что-то... Не, ничего не делают. Ну ладно, тогда возвращаемся. В целом смысл понятен, это можно пофармить, но когда мы найдем хорошее какое-нибудь оружие, какое-нибудь мощнецкое... А, это, наверное, несколько раз можно пройти, да? И каждый раз после прохождения будет усложняться, повышаться сложность, и тогда награды будут уже лучше. Ну, допустим. Угу. Нам все равно нужно какое-нибудь хорошее оружие. Да ну нет, ну а вот это вот нечестно абсолютно. Вот я и говорил, нас просто вот тут будут зажимать и все, когда мы будем проходить назад. Но сзади, по факту, сзади кроме этой пещеры уже ничего и не осталось, правильно? То есть нам прям большого смысла туда бежать нет. Неприятно, конечно. Вот это вообще было подло. Так, если сейчас еще один враг появится, это все, это конец. Блин, тут даже и водички нет по пути. Так, ну врагов... Хорошо, врагов по пути не было, но сейчас могут появиться. Так, давай восстановим здоровье, на всякий случай. Мало ли что. А если они однажды траванут колодец, что вообще тогда будет? И они об этом не задумывались, да? Просто хлебают воду. Так, я понимаю, в этом большом доме правильно будет жить главный ящер. Смотри, а то вход на второй этаж или просто печь? Вот это. Ага, это просто печь. Ладно, допустим, давай тогда сохранение. Вот так вот будем. И на этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы увидеть следующую серию. И скоро увидимся.